В Махачкалу вернулись триумфаторы универсиады по регби. Мужская и женская команда из Дагестана завоевали золотые медали всероссийских студенческих соревнований, проходивших в Екатеринбурге. В аэропорту чемпионов встретили представителями спорта и Федерации регби. Подробнее в сюжете Курбана Рагимова. Эти золотые медали и кубки – результат кропотливого труда и слаженной командной работы, рассказывают регбисты. В уральской столице подопечным Магомеда Гаджи Магомедова не было равных как в мужской, так и в женской части турнира. На студенческих играх оба коллектива представляли ДГПУ. Мы были, конечно, уверены в своих силах и не стали недооценивать соперников. И на финальную игру мы вышли с боевым настроем, что и помогло нам с уверенностью победить. Команда, естественно, была очень хорошо подготовлена, и к этим соревнованиям мы поехали, чтобы побеждать. И игры нам дались очень легко. Мы уверенно выиграли каждую команду. И не было ни капли сомнения, что мы проиграем. Разделить радость победы с чемпионами в аэропорт приехал замминистра по физической культуре и спорту республики Гайдарбек Гайдарбеков. Он назвал успех регбистов историческим и выразил надежду, что спортсмены завоюют право попасть в состав сборной России для участия в предстоящей Олимпиаде в Токио. Все зависит от вас. Все зависит от вас, как вы тренируетесь, как вы относитесь к этому виду спорта. Ее надо любить, ценить то, что у вас есть. Сегодня большой результат, большой этот успех у вас. Ее надо еще дальше развивать. Я думаю, что для вас созданы все условия у нас в Министерстве спорта. На универсиаде в Екатеринбурге дагестанская регби заявила о себе во весь голос. Девушки уверенно прошли весь турнирный путь. В финале они с крупным счетом разгромили студенток из Кубанского госуниверситета. А мужчинам пришлось немного труднее. Сложная игра выдалась в полуфинале, где все решилось в дополнительное время. Мы долго шли к этому, никак не могли выиграть универсиаду. Мы постоянно попадали в тройку. На этот раз мы вернулись с новыми силами и показали на все, что мы способны. Была проделана большая работа в плане сборов. Было проведено большое количество тренировок. Все девочки очень сильно старались и выкладывались на всех тренировках. Были сборы с другими командами, очень профессионального уровня. И это дало определенный результат, который сказался на этих прошедших соревнованиях. Этот сезон для дагестанских регбистов складывается весьма удачно. Одержаны победы на чемпионатах СКФО и ЮФО, а также на Кубке России по пляжному регби. Сейчас в планах небольшой отдых, а затем подготовка к очередному этапу чемпионата страны. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.